Всем привет! Сегодня расскажу, как поливать орхидею. Мне тоже вот подарили такую вот орхидейку, вот с такими вот корнями. Вот смотрите, там зелененькие корни, такие в прозрачном стаканчике. И как нужно ее поливать? Берем тепленькую отстойную воду, проливаем хорошенько вокруг орхидеи. Прям хорошо-хорошо-хорошо проливаем. И всю оставшуюся воду, которая стечет в поддон, мы ее выливаем. То есть мы не оставляем много воды. Водички нужно оставить только ровно, вот, ну, где-то на сантиметр, на пальчик, то есть вот так вот в поддоне. И оставляем орхидейку уже дальше цвести. По мере высыхания мы ее опять также проливаем. И лишнюю воду мы сливаем. То есть оставляем только чуть-чуть, чтобы она испарялась и земля не пересыхала в горшочке. Где-то, ну, поливать нужно столько раз, сколько зависит от того, какая температура у вас в доме. То есть, если это лето, то, соответственно, жарко, орхидейке требуется более частый полив. Если зима, то, соответственно, как и все другие цветы, растения, то уже более так, менее частый полив, то есть пореже. Ну, где-то я вот, например, поливаю там, если жарко, то раз в 3 дня, если прохладно, раз в неделю, то есть вот так вот как-то. Ну, будете смотреть сами по земле, вот по этой, которая в горшочке, то есть проверяйте, не пересыхает ли она. И вот таким вот образом не надо делать там болото, чтобы она не гнила. Нужно, чтобы она пускала корни, росла, и ей было очень хорошо и комфортно. Вот. Вот такой вот способ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, буду рассказывать много интересного. Всем до встречи на моих видео, всем пока.